Народные избранники внесли изменения в бюджет. В администрации прошло очередное заседание Совета депутатов. Всего на повестке дня стояло 5 вопросов, но главный финансовый документ округа стал основной темой обсуждения. Доходная часть бюджета городского округа Люберцы увеличена почти на 107 миллионов рублей. Это связано с изменением в законе Московской области о бюджете, государственной программе региона и муниципальной программе округа. Более 103 миллионов рублей – это безвозмездные поступления. Почти 81 миллион составят субсидии. 76,4 миллиона – это средства субсидии Московской области по госпрограмме формирования современной комфортной городской среды на ремонт дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства 67 дворовых территорий. 15 миллионов 206 тысяч рублей на оснащение школ мультимедийными проектами и экранами в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье». Почти 9 миллионов рублей дополнительно направят на внедрение в школах целевой модели цифровой образовательной среды. Чуть больше 4 миллионов на создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями. Также депутаты внесли изменения в дорожный фонд городского округа. Доля отчислений из средств земельного налога увеличена почти до 43%. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.